Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, у нас победа в войне, что очень приятно. Так, ну что, сегодня будем, ребят, открывать одного новенького бойца. Для меня он новенький, для вас он старенький. Так, окей. Сделаем вклад. И заберем еще здесь награды. Плюс вкачка, естественно, на мутантов, ребят, у меня идет. Технологии Старка, мутанты, здоровье и урон. Так, еще хватает на броню. Пока как-то так. Угу. Так, давай дальше смотреть. Ну, тут две красные сферы. Ничего хорошего нам тут не достанется. Награды заберем. Слабенько как-то награды. Слабенькие награды, я тебе скажу. Так, по этапам. А мы идем, да по этапам. Как-то так, да? Пока. В налетах. Ну, у нас, по-моему, закончилось уже событие по налетам, по-моему, если я не ошибаюсь. Ладно, фиг с ним, можно. Награды, по крайней мере, я получил там все. Я просто сейчас вот эти капсулы, ребята, сбагрю. Ну и заодно немножко этих себе получу. Карточек. Хотя они мне уже как бы... Ну, в данный момент 500 штук надо, чтобы хоть что-то приобрести. Сейчас две заходки сделаем, да и все. Ага, все, закончилось, окей. Так, по событиям. Тут, друзья мои, тут я очень хорошо в прошлой серии поработал. Ну, не в серии, я за кадром, ребята, играл. То есть вот здесь вот остановился, но тут что-то как-то... Что-то меня эти ребята разобрали. Почему? Ну, потому что они 46-го, 46-го и 45-го. А если посмотреть на моих персонажей, то... 21-й, 8-й, то есть, ну, понимаешь, да? 11-й против 45-го уровня, это как у ребенка конфетку отнять. То есть я там не справляюсь, меня вырубают. А так хотелось бы, конечно, даже там что-нибудь сделать. Так, эпик, в эпике, по-моему... А, ну в эпике, ребята, тоже проблема у меня в чем? Смотри, я дошел далеко куда, но теперь... Теперь видишь, что нужно. Требуется 15 категорий снаряжения. Нелегендарный персонаж города. То есть Кейдж, ночная сиделка, зеленый гоблин, Мистерио. 15 категории. У нас 15 категории только вот ночная сиделка. Кейдж может получить. Это в ближайшее время. Гоблина еще надо качать. Ну и, соответственно, Мистерио тоже нужно качать. То есть вот этих вот персонажей нужно прокачивать. Только после этого мне продолжат, позволят продолжить битву. Здесь мы тоже смотрели, ребята. Здесь уже нужна 16-я категория. У меня два персонажа есть. Мне бы вот еще, конечно, хотелось бы спасительницу прокачать до 16-й категории. И, соответственно, Marvel. И тогда можно было бы, по-моему, вчетвером можно вполне выступать. Ну, в идеале, конечно, можно было бы либо Локи, ну, конечно, лучше бы, конечно, Гамору. Вот, но опять же, не хватает просто элементарно снаряги, элементов для прокачки снаряжения. То есть это единственная проблема, которую я сейчас в данный момент вижу. Так, ну что, пойдем открывать персонажа нашего. И, конечно же, ребята, это Санспот. Вспыльчивый Санспот умеет поглощать и перенаправлять солнечную энергию, что помогает ему наносить огромный урон и питать союзников из людей X энергии способностей. Вот такой вот он парень, ребята. Вербуем. Имеет всего лишь 2 звезды. А так, по идее, 3, 4, 5, 6. И первое, что у него есть, это, ребята, горячие выстрелы. Наносит основной и ближайшим целям 110% урона. Дает один заряд готовности. Максимально 10 зарядов. Неплохо. Так, вторая способность — это солнечный удар. Накладывает на основную цель блокировку способностей. Наносит основной и ближайшим целям 90% урона. Этой атаки невозможно избежать. Ее нельзя заблокировать. И на нее нельзя ответить контратакой. То есть...
Атака без последствий, так скажем. Тренинг. Оп. Просто так, в легкую сразу получает парень 16 уровень. И категорию... А, тройку. Думал, раньше обычно он до 4 категории сразу прокачивался. Почему только до 3? Также открывается у него, ребят, солнечный удар. А, солнечный взрыв. Дает один заряд готовности, максимум 10. За каждого врага с готовностью. Наносит всем врагам 150% урона и накладывает ослабление атаки. Очень даже недурно. Очень даже недурно. Так. Ну что, стервятник? Нам нужен с тобой 85 уровень. То есть нам его качать, качать и качать. Подожди, а нам же там не стервятник нужен. Нам надо прокачивать ночную сиделку. Да, там надо ночную сиделку прокачивать. Мистерио. В общем, этих партизанов надо в основном прокачивать. Ладно, сейчас попробуем, ребят, поискать. Ага, 16 карточек получил. Так, кого там? Гоблины и Мистерио, да? Тут 12 карточек. И Мистерио. О, как. 12 карточек на Мистерио мы еще получили с тобой. Так, я не помню, друзья мои, кто же там. Участвовать в рейд... Нам еще нужно в трех рейдах побывать, чтобы выполнить задание. Но это мы сейчас сделаем, чтобы опять же на автобое, как обычно. Так, это я все забираю. Это я все забираю. Так, здесь получить. А, ну это, наверное, сфера. А, нет, это базовая сфера. Я думал, синяя будет сферка. Гравитон. Давай, наверное, вот это вот возьмем. Так, подожди, здесь мы 2300 имеем. Ну, естественно, прокачиваю пока, ребят, на Икариса. Все идет у меня. Весь мой, так скажем, акцент. Серси, к сожалению, пока, ребят, не могу прокачать. Не нахожу я на нее карточки. Поэтому пока без Серси. Здесь. Здесь, конечно, было бы неплохо Веному бы агента прокачать. Но я уже филовел, начиная, ребят, так что... Точнее, продолжаю, поэтому... Весь акцент идет именно туда, на нее. Блин, жалко. Я бы лучше бы взял бы бета-рей билл, но у меня не хватает, друзья мои. Элементарно. 59, сейчас посмотрим, платежки есть? Платежки есть, кингпин. Давай возьмем. Так, здесь вроде бы все, единственное, что... Припасы сейчас куплю. Сколько у меня их? 33. Не вижу смысла, ребята, тратиться на них. Пока не вижу в этом смысла. Так, 803 у меня. 79. 2500. Так, 581. Так, этих 17. Тут вообще по нолям. Тут одна. Вот так вот, в общем, закупаю все. По-моему, здесь все, друзья мои. Санспота я открыл. Это я сделал. Единственное, что остается у меня арена. Арена, точно арена? Ну да, я только один бой сделал здесь. Ну давай вот этих разберем. А мы разберем. Я думаю, что этой командой мы, наверное, сможем разобрать. Это у нас бригада Пегас.
Так что, я думаю, сейчас мы их тут быстренько чпокнем. Ну давай, прогружайся там. Хотя они по уровню в разы... Не по уровню, по мощам, ребят, в разы круче меня. Но я на автобой. Посмотрим сейчас. Пунишера сразу снесли. Еще одного снесли, пустельга именно. Сейчас только стоит... О, все, это, ребят, крахом. Если спасительница уже повесила бафы, то все. Ну и осталась одна электро. Понятное дело, что она не живец. Даже ее возрождение ей не помогло. Да, это все замечательно, но, видишь, по основке я, ребят, не смогу. Хотелось бы, конечно, прокачать бы мне моих этих... Как их звать-то, блин? Симбионов этих. Но у меня нет возможности. Так, давай награду сюда, что там? Ну? Забираем. Что-нибудь тут вообще путевое-то выпадет? А, ну вот. Ох ты, будет 78, ребят. И... спустя вот столько времени мы сможем поднять ранг. Что будет очень даже неплохо. Так, Америка Чавес. А здесь... вот так вот. Получается, что... ага. Вступить. Ну, это вообще, ребят, сейчас на изи пройдем. Поехали. Тут, конечно, они очень слабенькие, поэтому для нас... ну, не знаю, ребят. Лучше я пройду вот это слабенькое, чем буду там пыхтеть. Непонятно где, непонятно как. Тут хотя бы знаешь, что 100% ты получишь свою награду. Все твои попытки, как говорится, пойдут, ну, в пользу. Так, не знаю, ребят. Ну, сегодня хотелось бы мне, конечно, поиграть бы еще в некроманта нашего и World Pod. Или как там оно? World Point. Что-то дофига, конечно, хотелось бы, но время, когда 8 часов вечера показывается на часах, сидишь и думаешь, во что бы поиграть, блин, лучше. Да я, наверное, не буду здесь тратиться. Так, здесь прошли, тут можно еще вот сюда вступить. Глянуть, что у нас происходит здесь. Так. Блин. Вот я ненавижу, когда дают персонажей, которые у нас слабые, не прокачанные. Вот такие события мне не нравятся. Так-с. Ну давай. Ну здесь вот мы, наверное, на ней, скорее всего, сдуемся. Даже, может быть, здесь. Нет, здесь-то пройдем, но... смотри-ка, нормально. Блин, мне не нравится, что... медик у меня впереди стоит. Нафиг он здесь нужен? Так вот. Сделаем. Пройдем у нее, интересно, или нет? Да, без потерь не обошлось. Но с этой командой я вообще далеко не уйду, ребят. За эту команду сейчас разнесут в пух и прах. Ну, слабый. Тут Кейдж. Ну, Кейдж, мы знаем, что он... вообще ни о чем. Просто ни о чем. Вот это бы получить бы. Было бы на... о, вот это вообще шикарно, ребят. Сразу бы в прокачку бы впустил бы. Так, значит, у нас энергия есть, да?
Энергию мы ищем. Так, сейчас, секунду. Можно, в принципе, Альтрона поискать, ну, чтобы его вкачать. Всего 4. Всего 4. Тут уже 12. Еще 4. Еще 4. И тут балалайка. Так, подожди, а мы... Сиделку уже искали, да? Мы... Да, мы сиделку искали. Давай Таноса тогда, наверное, еще. А, была не была. А Таноса 4 всего лишь. И... Нам надо добивать зимнего солдата. А, зимний солдат уже все, ребята, уже проюзанный. Тогда шокера. Восемь. Тут еще 20, ребята, карточек на шокеры. Да можно, в принципе... А, ладно, фиг с ним. 4. Шестьдесят пятый уровень нужен, а у нее 63-й. 64-й. Почти 65-й. И она выполучила у нас 12-ю категорию. А Икарис какой? О, лучше Икариса, наверное. Да, я лучше, ребята, Икариса вкачаю. Это 12-я категория, да? Нормально. И сюда еще навешаем. Ну и Карис без Серси, ну, такой себе. Хоть он сам по себе довольно неплохо бомбит, но с Серси он намного лучше. Опа. Так, 7-ю категорию, ребят, получает. Нормалек. 48-й уровень требуется. Вот они, ребятушки мои. Вот эти штуки нам надо. Дофига их нужно. Ну, по одной так искать-то, конечно, ребята, смысл. Да их так найду, симбионы. Сейчас посмотрим там. Симбионты. Угу. Почему я этого, ребят, качаю? Потому что это основной персонаж, который хиляет практически все. Ну, Карнейдж, конечно, тоже. Когда у врага остается меньше 25% здоровья, заполняет шкалу скорости персонажа всех союзных мелов на 10%, в основном 5. Вот, это нормально. Резня. Тоже возьмем. Тоже возьмем. Здесь еще вот так вот сделаем. Вкачаем. Прекрасно. Но, к сожалению, все равно, ребята, там не справлюсь. Если ты не веришь, я, конечно, могу сейчас зайти. Попыхтеть, посмотреть, что из этого получится. Ну, просто посмеяться. От души, как говорится, посмеяться над тем, как меня там разберут. Ну, ты сам подумай, 45-й против 11-ти. 45 тысяч мощей против 11 тысяч мощей. Есть разница? Конечно, есть. И причем я тебе скажу больше. Их там всего 3 персонажа. Я на одном остановился. Одного персонажа там у них не смог добить. Всего лишь одного персонажа. Так, санспот, осколки. О, нормально. Ящер плюс 4 санспота выпало. Так.
Ну, тут вроде бы все. Энергия компании через 1 час. Так, ну что я хотел сделать-то? Вспоминай, голова дрявая, что ты хотел сделать? А, симбионатов хотел проверить. Сейчас посмотрим, здесь у нас не откатилось еще. 4 минуты. А почему здесь нарисовано 2 события? Я что-то не врублюсь. Одну... Оу! О, друзья мои. Ну, такой компании, конечно. Рейвен, сейчас самое время незаметно проникнуть на станцию отряда Альфа. Чем позже они узнают о нашем присутствии, тем выше будут наши шансы на быстрый захват астероида М. Я справлюсь. К тому же мне нравится выдавать себя за стражей Кри. Приятно иногда оставаться синей. Но я что-то сомневаюсь, что такой командой я смогу пройти предпоследний этап на карточке Электро. Ой, да, Электро же. Электро же его звать? Нет, не Электро, подожди. Магнет-то, твою налево, Рэй, ты чё? Совсем, что ли, рамсы попутал, блин? Электро — это совсем другая барышня. Это у нас из зловещей шестерки. А мне нужно провести рутинную профилактическую проверку. Приказ самого Ультимуса. Я есть Грут. Ладно, значит, придется применить силу. А никакого уровня непонятно. Ну, по хпшкам должны быть ватными. Но у нас тут... Фига вы тут, ребятушки, командочку-то. Мне нравится, когда слепота работает. Так, вот это вот... Кто поставил? Блин, ну понятно, конечно же, Дракс. Слушай, они ватники, по ходу дела. Погнали. Серьезно? Да ладно, блин. Откуда ты взял? Вот прошивцы нужно тоже. Нет, Грутов нужно валить, я не спорю, ребят. Ну и... И баффер, естественно, основного ихнего Звездного Лорда. Поехали. Санспот. Ой, санспот. Ё, просто вообще уже всех попутал. Давай-ка мы, наверное, вон того... Блин, у него провокация стоит. Вернется же, да? Хе-хе-хе! Блин, с своим воскрешением. Мощно. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, бафает. Не надо возвращать только никого к жизни. Мне бы это... А хотя тут не имеет значения, ребята, выживет или не выживет. Тут главное пройти. Инженерная палуба захвачена, но я не уверен, что это нам хоть как-то поможет. Почему? Похоже, Ультимус приделал к астероиду М кучу ракетных ускорителей. Ракеты готовят к запуску в главной комнате управления. Туда, быстро! Ну что же, мы, главное, с тобой заработали осколки... 200 штук, плюс 500 тысяч полулямчика. Нормалек. Но поднять левел... Хотя, подожди, сейчас посмотрим. 200 карточек. Мы должны поднять ему уровень. Магнета-то. Ну, тут понятно, тут 7 звезды требуются. Так, давай смотреть. Магнета где-то у нас здесь вот. Вот он. Да, друзья мои? И он получает 6-ю звезду, да? Красота. Нормально. Это очень даже неплохо. Ну, теперь я попробую с симбионтами этими сыграть. Так, это у нас что? Это у нас событие. Это у нас событие, и это вот здесь вот. Зачем они гонят нас на восток? Ты чем слышал до этого? Он хочет, чтобы мы
проявили себя. Надо сначала найти легких жертв для разогрева. Легких жертв для разогрева. Сейчас меня там так отдубасят, что мама не горюй. Легких жертв для согрева, блин. Попробую руками сыграть без автобоя. Их всего здесь три персонажа, ребята, будет. Вив, что-то случилось? Да, сюда мчатся симбионты. Как мило, семейный пикник, меня сейчас тошнит. Так, ну что? Слепоту, оу! Я боюсь, как бы мне сейчас этого не ушатали. Убили. Все, ребята, можно смело сдаваться и переигрывать. Без хила. Да, в принципе, мне и так-то здесь делать нечего. Но без хила, ребята, и подавно. С хилом хоть чуть-чуть можно было бы прожить. Ну ты видел, да? Один удар, один труп там, грубо говоря, они делают мне. Поэтому, как тут? 31 день остался до конца этого мероприятия, так скажем. Давай, наверное, вот так вот сделаю все-таки я. Уберу его назад. Ну, чтобы они его просто не трогали. Хотя, если захотят, они его и сзади достанут. В этой команде, вот, по крайней мере, которого у меня сейчас, нету провокатора. У них в основном все идет что? На блокировку лечения и на... слепота и всякая... вон, вот. Видишь, слепота сразу же. Одного уже ребята сдули. Вот с Вив я не смог, ребят, справиться. Ведьма, ты заколебала уже, ну просто заколебала, а? Я вначале уничтожал ведьму, потом этого, и вот... Вив, я ее не смог, ребята, никак. Вообще ничего с ней сделать не смог. Просто ушатала всех моих этих персонажей. Потому что урон, ты посмотри, 15, ну что это? Этот уже вышел, да? Так, оп, по яйцам ему дала, молодец. Двадцать пять, это не серьезный урон. 4000 тоже вот такой себе. Он так и хочет мне, гад, медика, блин, уничтожить. Че ты-то хиляешь-то мало, слабо. У него два уклонения, блин. Вот сейчас это разозлится, ребят. Сейчас начнет тут херачить. Буду ее сейчас тут бомбить, а ей пофиг. Блокировку лечения-то сделайте ей. Началось. Просто, ну ты видел, да? Просто взяла двоих сейчас. Своей, блин, вшивой атакой. И вот эту Вив, вот.
И у нее постоянно вот это уклонение, блин. 7000, ну это вообще ни о чем. Да ты себя лучше подлечи, блин, а не его. Ну что это за хил, блин, такой? Вообще ни о чем, ребят. Сейчас его уничтожат. Защита от смерти уже все пропала. Да, неужели? Все, медика уничтожили, ребят. Его сейчас накажут. В слепоту еще, блин. Тварь. Да без медика здесь мы ничего не сделаем, ребят. Она... Каждый раз она вешает себе уклонение. Тварь эта, блин, вшивая, блин. Достала. Только атакует, бац, уклонение. Бац, уклонение. Блин, заколебала уже, блин. Чмоха, блин. Просто со своим уклонением идиотским, блин. И симбион. Ну, что, ребята, говорить? 54 тысячи против 11 тысяч. Я уже говорил, это бесполезняк. Мы еще... Я еще удивлен, что мы хоть этих уничтожать можем. Двух. Ну, это тварь, конечно. Просто тварь, а. А другую миссию я не могу. Вот надо будет, я не знаю, как-то прокачивать симбионов, чтобы... Ну... Не знаю, хотя бы хоть один бы был бы на равных. Вот именно медик. Чтобы медика не роняли, чтобы мы как-то могли отхиливаться. Только после этого у нас, может быть, там пойдет какой-то прогресс. Но опять же, не факт. Так, ну что тут у нас? Кого нам лучше бахнуть? Ну вот, кандидаты на уничтожение. Погнали. В хлам сейчас разнесу их. На изи. Надеюсь, да, в принципе, что надеяться, на автобое. Вот. Давай на автобой. Да, тут разнесем их. Давай на третью скорость поставим. Почему этот чувак мне напоминает Санспота? Вот этот вот. Но это был Кейдж. Я же говорю, тут на изи разберем их. А ранг, я так понимаю, ранг мы с тобой 260 там или какой-то набираем. Потом на следующий день он у тебя опять за 300. И он как-то автоматически, ребята, скидывается. Ну, дай мне мои две награды. Ой, не туда зашел. Так, ну, второй, последний поединок я уже там, ребят, за кадром сыграю. Ну что, сейчас основная вот цель, я тебе говорю, прокачивать симбиотов и прокачивать для эпической кампании. Ну, это для эпической кампании, это, конечно, жесть. Кейджа, сиделку. Вот особенно от сиделки и от Кейджа так много пользы. Я еще понимаю вот от этих вот ребят. Ну вот от этой шестерки, так скажем. А почему-то сюда не поставили мне... Интересно, а почему сюда не поставили Октопуса? Доктор Октопус, интересно, почему? С ним было бы вообще шикарно.
И, по-моему, у него категория как раз, если я не путаю, 16-я, 15-я категория у него по шмоткам. Или 14-я, сейчас проверим. 15-я. Почему его туда не включили? Не знаю. Ну что, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!